Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Исаак Ланцман празднует вековой юбилей – 100 лет. Исаак Шимонович – почетный житель нашего края, человек, с которого стоит брать пример молодым поколениям. 23 сентября 1941 года ушел добровольцем на фронт по комсомольскому набору из Оренбурга в лыжный батальон. Служил на Северо-Западном и Западном фронтах в составе 250-й дивизии. После войны учился в Новосибирске на курсах хирургов. В 1955-м прошел курсы рентгенологов во Владивостоке. Ездил по гарнизонам флота, а после был назначен рентгенологом в госпиталь. Несмотря на солидный возраст, Исаак Шимонович активно принимает участие в жизни Приморья. Он почетный гость на главных событиях города и края. Помогает в проведении патриотических мероприятий со школьниками и студентами. Обладает прекрасными педагогическими данными. Пишет стихи и поет военные песни. В 2015-м году был избран почетным членом Президиума Совета ветеранов и является им до сих пор. Родился я в 1923 году, 13 июля, в городе Оренбурге. Младший брат, я средний, вот это старший брат. Старший брат погиб на фронте. Младший брат был ранен в голову. А я был ранен в ногу. Сейчас я в живых остался, нас я один. Общественное телевидение Приморья от всей души поздравляет Исаака Шимоновича с днем рождения и желает крепкого здоровья.